овощи снизились в цене на рынках Атырауской области. Подешевели картофель, лук, капуста и морковь. Стабилизировались цены и на другую плодовочную продукцию. С начала года между крестьянскими хозяйствами, рынками и крупными торговыми сетями заключено 189 меморандумов. Поставщики поставляют свою продукцию напрямую на прилавки, при этом имея льготы при оплате за торговое место. Это позволяет реализовывать продукцию на 15-20% ниже рыночной.